Так, всем добрый вечер. Еще раз всех приветствую на первом нашем канале на virtuspro.org. Мы начинаем нашу трансляцию второй игры сегодняшнего вечера. И для вас, ну и для себя тоже немножко, играют команды Virtus.pro и SK Gaming. Турнир Tech Labs группа C у нас сегодня. Сегодня третий день игровой. Группа C встречаются SK Gaming Virtus.pro. Первую игру обе команды проиграли. Что это нам говорит? Это нам говорит о том, что, скорее всего, кто проиграет эту игру, шансов на выход иметь не будет. Естественно, фаворит данной игры, обладатель кучи просто всяких разных титулов за 2011, да и за 2010, 2009, 2008 и вплоть до 2002 года. Команда SK Gaming, ну и болеть мы, конечно, все будем за Virtus.pro. Всеми нами любимые Virtus.pro, которые вот вернулись наконец-то на CS-сцену, да набрали состав, наконец-то мы узнали вот буквально пару дней назад о том, кто же будет играть за Virtus.pro. Ими, этими двумя новыми игроками оказались Эмиль Ахундов, кучер, игрок, бывший игрок ДТС, и Роман Абрамов, хакер, бывший игрок команды Grant, ну и за Virtus.pro, и за еще USSR, когда-то поигравший очень долгое время игрок. Именно с ним в составе Virtus.pro взяли второе место на WCG 2011 года. SK без шансов просто зарезали сейчас. Virtus.pro, естественно, нажимают stay, и Virtus.pro придется на трейне вот так вот из сложной ситуации с места в карьер выходить. У SK Gaming тоже есть небольшая заменка. Кто не знает, покинул команду Маркус Ларсен Делпан, и вместо него взяли никого иного, как Трейса. Вот так вот, датские игроки у нас потеряли финансирование в Дании. Распалась команда Mortal Teamwork, да, и разбежались многие игроки по командам, и Трейс, игравший за когда-то за многие датские коллективы, сейчас выступает за шведскую команду SK Gaming. Вот так вот SK последовали примеру Фнатиков и тоже взяли датского снайпера. Дания такая у нас получается, знаете, ферма по выращиванию снайперов именно. Ну что, у нас пистолетка. У меня, правда, чуть-чуть как-то подлагивает ХЛТВ, не очень приятно. Пистолетка по центру, врыв. ХАЕ отрубана какая-то вообще нелепая. ХАЕ, никого не задевшая. Хакер отлично врывается, с первым респом врывается на балкон, забирает там Фореста. Хакер где-то находит фейса, Ивил не перестреливает Робана, к сожалению. Кучер сидит на крыше, на кучере сейчас очень большая ответственность. Кучер должен держать весь двор, вот так, в одиночку. Благо, против трех пистолетов это легко сделать, почему? Потому что, ну просто потому, что пистолеты не могут простреливать текстуры, и вот кучер, сейчас ты поплатишься за это, кучер, да, эх, да, СК вытаскивает пистолетный раунд, там умер у нас хакер в районе где-то 5-6 линии, к сожалению, да, и, к сожалению, пистолетка остается за СК. Посмотрел я одним глазом игру Virtus.pro против Infact, к сожалению, проигранную, со счетом, к сожалению, большим, проигранную. И что могу сказать? Конечно, выиграть две пистолетки и так просто провально отдать игру, это редкость. Я даже не знаю, в чем дело. Хотя, знаете, немножко, если честно говорить, знаю. Не буду лукавить. Практики не хватает игрокам. Единственный игрок из команды, кто много-много играл в последнее время, это Кучер.
четыре игрока сидели, отдыхали, сколько они там отдыхали, весь январь, да, там половина февраля и половина декабря. То есть 2 месяца игроки практически не играть. И миксы, вы хотите сказать, да, там могли бы поиграть миксы. Да какие миксы? Миксы — это ерунда. Так, Virtus.pro делают 2 экраунда подряд. Правильное, правильное решение. Без АВП на этой карте делать нечего. Это 3-0. Это 3-0, и вот теперь надо что-то делать. Потому что за 3 раунда, 3 фрага на команду — это безумно мало. Безумно мало, надо выравнивать хоть как-то стабилизировать экономику. Очень сильно я надеюсь, что ребята потащат. Атакс смогли. Атакс потащили. Alternate выиграли первую карту у SK Gaming. Так, Алексей Колесников, Лекс. Открывающий фраг в раунде. Шикарно. Наконец-то. Так, Гетрайт минус 2 на зелени. Ну как же ж так? Вот такой хороший опенинг раунда был исполнен игроками Virtus.pro и как-то остановились. По-моему, сами не ожидали, что получится так хорошо выбраться на плент. Бедного Ивила там с плента прошивают. Ивил не может понять, откуда в него стреляют. Ивил, да, Михаил Гаранин. Ну, дымы лежат. Снайперу очень тяжело в дым смотреть, когда тебя очень жестко чекают. Хакер 100 хэповый, забирает он гитрайта. Робин находит хуча где-то, непонятно где. И хакер с бомбой 1 в 3. Его здесь ждет фейс. Хакер... Я боюсь, что у хакера шансов практически нет. Хакер еще не заметил фейса. Да, вот это прикол. Ну, Форест забирает хакер. Это 4-0. Это 4-0. Странно, почему Роман Абрамов не увидел фейса. Вроде как фейс в него даже стрелял. Хакер как-то проигнорировал. Думал, наверное, что его стреляют с третьей линии, а не с первой. Ну, не знаю. Надо поменьше баловаться валхаком, побольше смотреть вот так живьем, как это видят игроки. Потому что иногда смотришь с ВХ и кажется, что, ну, видно. Видно же. Оказывается, что нет, не видно. Тут опять глоки. Ну, хотя бы одного забрать. Нет. Фейс просто unstoppable. Хуч пытался что-то сделать, не получается. Хуча тут уже со всех сторон жмут, да, и Форест... Просто вот добивает. Это 5-0. Ну вот так вот, да, начинать команде свой путь становления, можно сказать, с нуля, но потому что 2 месяца перерыв, это, конечно, огромная пропасть. 2 новых игрока, 2 месяца не играли, вот только-только, да, собрались, и тут же на тебе. Вечерок такой против WinFact, против SK Gaming, против Atax. Максимум, я уверен, максимум был один, ну максимум 2 вечера тренировок у команды. За это время, конечно, ничего толком не сделаешь. Но в, так сказать, немножко обвинить, да, игроков можно. Почему? Потому что, ну, играют они давно, друг с другом поиграли. Кучер, близкий друг Хуча, тоже, я уверен, там не одну сотню тысяч карт вместе сыграли. Поэтому сыгранность у игроков должна быть такая вот, номинальная сыгранность. У нас здесь какой-то холд, ребята готовятся делать сплит А, я так понимаю. Здесь Хуч небольшие обманочки на Б проводит. Да, и сейчас будут поверх-низу проходит 3 игроков, хакер на центре и Алексей Колесников по зелени. Вот мне хочется Алексея Колесникова включить, почему? Потому что на нем... большая часть ответственности за исход раунда висит. Должен он отрезать игроков с пятой линии. Но как-то вот Лекс очень долго Лекс действует. Минус 1, ну и тут же его с хелпы фейс забирает. 6-0. Ну что, с Аимом вроде все в порядке. Я вот так посмотрел, попадают ребята. Правда, у Хуча и Кучера пока 0-6. Рулончики небольшие такие, да, назревают. Хуч взял скаут. Опасно.
Опасно. Зачем? Неужели все, сдались? Хуч попал Хуч в Робана. 42 хп ему оставил. Ну, тут Трейс его прикрыл. Так, хакер, минус один. Пытаюсь поймать хакера. Хакер уже умер, пока я его пытался поймать. Два минуса за СК Гейминг. Так, Ивил. Михаил Гаранин выравнивает составы. Наконец-то, 3 в 3. Ну, хоть какой-то клатч, хоть какая-то надежда, да, на раунд в атаке на Dead Train. Да, я понимаю, это СК Гейминг. Да, я понимаю, что это одна из лучших их карт. Но, ё-моё, в команде Virtus Pro 5 человек могут играть с ВП просто на отличнейшем уровне. Да, сейчас у них там 3 калаша, но надо тащить трейн. Не бояться, никого не бояться. Идти вперед. Там, сжигать мосты, я не знаю, что делать. Но уровень игроков позволяет. SK Gaming вполне себе... Ну вот кучер дает Ивилу по голове. Инфа есть, что прошли на плент. Надо бы бомбу поставить, 29 секунд остается. Да, кучер выходит с бомбой. Форест! Где инфа? Где инфа по Форесту? Ну почему нету инфы по Форесту? 7-0. Да, обидно. Очень обидно. Почему никто не смотрел дом? Во-первых, почему никто не дал инфу? Во-вторых. Эх, 7-0. Переживаю за ребят, очень сильно переживаю. А вот у меня всегда, знаете, боление, оно выливается в такую стену просто обвинительных иногда фраз. Хочется увидеть все-таки положительные результаты. Я думаю, что они все-таки будут сегодня. Хороший бай. Воу. Virtus Pro, кучер с АВП. Шикарно отыграл кучер игру против Infact. Там вдавал по минус 3. Да, при всем при этом команда проигрывала раунд, но кучер был великолепен. Эмиль на уровне. Кучер минус фейс. Просто шикарнейший фраг от Эмиля. Эх, жалко, кучер был слепой. Трейс. Трейс его снимает с дигла, причем. Прокидывают Трейсу хае. Да, Хуч отлично по инфе пошел, забрал. Трейса Хуч минус Робан. Форест находит это Лекс. Опять 2 в 2. Ну, вроде бы, казалось бы, ну так же все классно. Ивил. Почему никто никогда не ожидает аркады с дома? Ну и вот Хуч 20 хп, 1 в 2. Опять-таки... Отличный открывающий фраг. Все вроде хорошо, все вроде отлично. Да, ну и здесь просто вдвоем взяли и застрелили. 8-0 и 12 на 3 идет у нас. Форест 11 на 2 идет Детрайт, 9 на 2 идет Фейс. Ну вот Робин с Трейсом так не очень, но... У Кучера 1, кстати, на 8. Первый фраг был за 8 раундов у Эмиля, но зато какой, да? По уровню исполнения и по важности, самое главное. Ну, к сожалению, не удалось как-то вылить это в успех. Робин забирает Ивила, хакер разменивает. Хакер, минус 2. Роман Абрамов на Dead Train показывает очень неплохую игру. Правда, здесь опять железобетонная защита просто от шведов. И кучер 8 хп, остается 1 в 3. Да, ну, конечно, вообще не вариант как-то выжить со всех сторон. Тебя обходят, находят. 9-0, знаете, мне такое дежавю небольшое есть по поводу игры Virtus Pro против Na'Vi. Вот последняя, по-моему, встреча была на Dead Train. И там что-то было а-ля 16-2. 9-0, и, ребята, нужен камбэк. Соберитесь. Ну, сейчас, конечно, глоки. Сейчас надо передохнуть, остановиться, подумать, что-то обсудить. Что-то попробовать придумать. Ну, сейчас на Трейсе тут будет выход. Трейс, знаете, такой приманкой. Исполнял роль приманки. Выбежали Форест с Фейсом. И
Собственно, закончили этот раунд для команд. 10-0. 10-0, и печально, конечно, видеть вот графа смерти по 10 у всех пятерых игроков. Да, и буквально за эти 10 раундов 2 плантабомбы было, и о какой экономике у команды может идти речь? Да, дополнительные деньги, скажете вы. Ну, эти дополнительные деньги, они огромные погоды-то не сделают. Почему? Потому что ВП все равно на них не купить, все равно приходится делать эко. Что мы видим? На зелени забрали Лекса, это был у нас, если я не ошибаюсь, Робан, так, перестрелки, хакер, хороший хэдшот по Робану, но здесь уже фейс трейсом отметились. Фрагами опять 2 в 4, опять в меньшинстве, Virtus.pro и 1 в 4 кучер. Кучер, хороший хэдшот, минус фейс, прилетает флэш, и трейс, как находит трейс его? Либо это пролаг ХЛТВ, либо что, ну, я не знаю, это прострелом так убить кучера, ну, круто, круто, я ничего не могу сказать. Нас 1250 человек на стриме, это хорошо, вот 11-0 это очень плохо. Хуч опять со скаутом, интересно, что хочет показать нам. Дмитрий Богданов, пробрался он уже на линию, да, ну тут трейс. Да, не готова. Не готова команда сражаться пока что с такими командами, как SK Gaming. Вот с Инфактом могли. Вот игра, счет не по игре был, на мой взгляд. А с SK Gaming, конечно, здесь просто rape, punishment там, и прочие всякие словечки. Я не знаю. Ну это... Это печально. Что по пингу? Да, у Virtus.pro пинг выше. Да, пинг, средний пинг команды 37. Да, у кучера пинг 74. Но это не значит, что надо проигрывать 12-0. Ни в коей мере. Выход, попытка выхода по верхнему парику. Все вчетвером бегут. Просто... Заковыряли Трейса, заковыряли Фореста, хакер убивает Ивила, тимкил, ну, что поделать. 3 в 3, правда, тут совсем мало хп у игроков Virtus.pro. Алексей Колесников уже, да, умер. И остается кучер, последний кучер с 3 хп и get right. Эх, Кристофер Алисунд, что ж ты делаешь с нами? 13-0. Ужасный, ужасный счет, конечно, но... Ну а что поделаешь? С другой стороны. Москва не сразу строилась, да? Я вот только хотел сказать, что в этом году может быть очень много всяких перетрубаций с топом мировым. Почему? Потому что у многих команд сейчас кризис игровой. По составу многие забивают, многим надоело. Сейчас вот Moscow Five в большом-большом плюсе находится, да? Почему? Потому что у них состав год держится. Практически без изменений, там, не беря в расчет небольшие приколы, да, с Твистом и с Хеком, но по факту те, кто сохранили состав на протяжении 2010 года, они, 2011 года, простите, они в 2012 будут жечь. Вот Virtus.pro, к сожалению, не относится к этим командам, надеюсь, что они... опровергнут мои слова. Очень сильно на это надеюсь. Тем временем у нас 2 в 3. Опять численное превосходство за СК. И Алексей Колесников. Да, кончились патроны, к сожалению, Лекса. Не смог он добить Трейса. Это 14-0. Это, конечно, жесток. Хакер идет 7 на 14. Кучер 6 на 14. У остальных трех игроков 3 фрага за 14 раундов. А у Фейса 3 смерти и у Гитрайт. Вот представляете, 14 раундов и всего лишь 3 раза они умирали. И это, это, конечно, фантастическая статистика, фантастический показатель. Хакер пропрыгнул. Хуч убивает сверхнизу. Минус 1 Лекс, минус 1 Трейс. Находит Ивила на центре.
Трейс шикарен. Трейс минус Кучер, Форест и Хуч 8 хп 1 в 3. Да, Мич, конечно, здесь будет ну, нереально что-то сделать. Это я при всей любви к этому игроку говорю. Ну да, Форест, естественно, он находит это 15-0. Рестарты. Ну что, камбэк. Это The Train. Здесь все возможно. Здесь сбываются мечты. Ну, будем надеяться. Пока вот пистолетка для меня была самым реальным за последние 15 раундов, так сказать, временем, да, когда команда могла хоть что-то показать. Хакер не убивает никого на зелени. Тут врывается Лекс с Ивилом. Лекс дает 2 минуса, Ивил просто отдается. Лексу минус 3. Лекс, минус 3. Просим, просим. Удастся или нет? Алексей Колесников, посмотрите, сколько хп у всех игроков из КГейминг. Но этот раунд должен быть за ВП. Но почему, почему он еще не закончился? Интересная позиция у Хуча, которого, по-моему, о котором все знают. Да, естественно, это все читалось. И Лекс с Кучером один в один. Если искать сейчас потащит раунд, это будет омайгадабл, unbelievable. Я не знаю, что просто. Кучеру дали в голову с Глока. Робан самый здоровый на карте игрок. У него 33 хп, да. Гетрайт, минус Кучер. И Лексу придется тащить не то, что минус 3 делать. Ему придется делать минус 5, чтобы выиграть этот раунд. 29 секунд до конца раунда. Лекс, минус 1 еще. К сожалению, Лекс не знает о том, что справа есть игрок. Лекс, минус 4. Минус 4 от Алексея Колесникова. Трей ставит бомбу. 35 секунд до эксплоуда. Ну вот попробуй найди тут, да, этого Трейса хитрого. Попробуй найди хитрого Трейса. И, кстати, у Лекса, по-моему, это получится. Или не получится. Лекс, у тебя очень мало времени. Лекс, минус 5. Алексей Колесников. Алексей Колесников берет этот раунд. Фух, отлегло. Да, вот такой вот эйс в исполнении нашего чемпиона мира по киберспорту, как его называют многие. 8-0 идет Лекс, все остальные идут 0-1. Кстати, заметьте, Getright дал тоже минус 4 в раунде, то есть вот так вот, аж на 2 хайлайта заработали игроки в этом раунде, Getright и Лекс. Вот так. Но благодаря Лёше команда ушла от сухого поражения, и благодаря Лёше у нас остаются какие-то надежды на благоприятный исход этой карты. Надо тащить еще 13 раундов подряд. Всего лишь 13 раундов. Что такое 13 раундов? Это буквально 15 минут. Ну, хорошо, 20 минут, если все будут халдить. 20 минут отработать на 200%, и можно, в принципе, отдыхать. И в аналы истории вас уже запишут, как команда, сыгравшая, проигравшая одну сторону в сухую, выигравшая вторую сторону в сухую против команды SK Gaming. Хакер, я не понимаю, хакер был слепой, или там просто дым лежит, который опять нам HLTV не показывает. Хакер хорошо успел убрать Фейса, Трейс, правда, ему отомстил, но здесь Миша Гаранин, приходит на помощь, забирает шведского снайпера. Робан тут же разменивается 3 в 3. У Робана очень мало хп. Если быть точным, то 6. Но вот Алексея Колесникова 0. И у Кучера тоже 0. Хуч 1 в 3. Хуч 1 в 3. Но вот теперь все надежды на капитана команды Virtus.pro. На капитана. Фух, я молчу. Я ничего не говорю. Хуч минус 3, шикарно просто.
капитан команды Virtus.pro, капитан сборной России, кстати, вытаскивает третий раунд своей команды, вытаскивает клатч 1 в 3. Вот такое вот валидолище просто за защиту. Мы с вами наблюдаем, но Хуч был красавчик, конечно, сейчас. Просто все на высшем уровне. Три шикарных фрага. Все мастерски, мастерски. Не знаю, как правильно, скорее всего, все-таки мастерски, да? Так, ну сейчас глоки, глоки, прием эко-раунда. Так, по пяточкам пострелял Дмитрий Богданов и умер. Это, конечно, очень печально. Почему? Потому что тут же Фейс подбирает кольт, забирает еще и кучера. И вот такой вот глоковый эко-раунд выворачивается в поставленную бомбу. Да, бомба поставлена. И численное меньшинство для команды. Но тут же, правда, хакер с Вилом возвращает численное большинство. Виртусам, Алексей Колесников забирает последнего Робана. И, наверное, он будет диффузить. Да, 4 раунда. 4 раунда ВП взяли. Ну, знаете, уже не стыдно. Ну, обидно, но не стыдно. Вот скажу так. Все равно, конечно, поражение очень с крупным счетом будет, если проиграет. Но, согласитесь, 16-4 или 16-0, это разница большая. В 4 раунда, ваш капитан. Ну, все только начинается, я надеюсь, да, и я думаю, что, надеюсь, что камбэк еще не окончен для команды Virtus.pro. Так, сейчас будет война, сейчас будет война на центре, на зелени. Ивил хорош, Лекс хорош. Эх, хакер был слепой, совсем ничего не видел. Бедняга, Трейс забирает Лекса. Все равно ситуация 3 в 2. Ивил, красавчик, минус Трейс. Ивил, красавчик, get right, минус. Минус 3 от Миши. Ивил. Да, минус 3 от Михаила Гаранина. Пятый раунд для Virtus.pro. Смотрите, как тащит все по очереди. Сначала один, потом второй. Так, кто у нас еще не отличался? У нас еще не отличился хакер и кучер. Надеемся на них. Кстати, Хуч вот только в одном раунде выдал минус 3, пока идет в сухую просто, по нулям. Но зато каких важных, да, были эти три фрага. Ну и что, Форест, Зелень, Трейс, Гетрайт, Фейс и Робан у нас в доме. По-моему, нет, по-моему, наврал. Фейс у нас стоит по центру. У сотки, да, и смотрит аркадки. 15-5. Все равно, конечно, счет совсем неудовлетворительный. Фейса прошили на центре. Это был кучер, я так понимаю. Так, и тишина. Затишье перед бурей. Сейчас у Лекса будет встреча. Лекс попадает хорошо Трейсу. Кидает Хае. Хае тоже сейчас хорошо должно попасть. Робан выживает. Робан выживает и убивает при этом Хуча. Алексей сидит очень нагло. Почему? Ну, потому что, ну, все это читается. Где ты? Сразу все знают, что Лекс сидел в девятке. Значит, он будет смотреть выход с нижнего парика. Кучер приходит на помощь. А SK Gaming делают сплит и выходит 2-2 на открытый плант. На плант А, минус Ивил, минус Хакер, Кучер пытается что-то сделать, Кучер, минус 2, ну что, будет вытащен раунд Эмилем или нет? Его очередь, пора бы включаться. Лекс и Кучер, 2 в 3, очень мало хп у Фореста и у Робана, Гетрайт практически сотый, но... Кучер, отлично, минус Гетрайт, 2 в 2. Минус Форест, 2 в 2. Да, Гетрайт забирает Кучера и Робан забирает. Гетрайт забирает Лекса и Робан забирает Кучера. Это 16-5, к сожалению. Virtus.pro, к сожалению, не смогут. Не смогут выиграть уже эту игру. А мы надеялись. Ну, что ж поделать. Надо отдать должное ребятам. Только собрались. Надеюсь, что все еще впереди. Надеюсь, что с мотивацией у них все в порядке. Конечно, к ним в голову не залезешь. Я, если честно, даже не общался ни с кем из них еще. И не знаю,
как у них там по настрою, но надеюсь, что все хорошо. Кучер, Кучер забрал минус один. Тут опять перестрелки. Хуч разменялся, разменяли Хуча, Хакер разменялся. Это вот такой вот, кстати, на секундочку, экраунд, да, от Virtus.pro, где 3 в 2 они остаются. Virtus.pro показывают скилл Russian Devils, которых так боятся все буржуи. Ну и что? Evil с ВП. Evil минус Getright. И Трейс последний. Трейс последний с калашом. На Трейса тут выходит просто со всех сторон. Трейс так, знаете, в отмашку дает хэдшот Evil'у. Но хакер находит его. Шестой раунд за Virtus.pro. Еще играть 8 раундов. И в принципе, если будет счет какой-нибудь там... Ну хотя бы 10-12 раундов, если Virtus.pro возьмут против SK Gaming из 30, это будет хорошим положительным знаком. К тому, что есть порох в пороховницах, ягоды в ягодицах, ну и там... И прочее. Шведы делают эко. Вот так. Шведы делают эко. Почему? Потому что взяли они всего лишь один раунд из 7 сыгранных. И только что проиграли раунд, поэтому денег у них явно нету. Этот эко-раунд Virtus.pro берут без проблем. 16-7. 16-7, остается играть еще целых 7 раундов, которых неплохо было бы выиграть. А то вдруг сейчас Винфакт выиграют у Альтернейт, у Винфакт станет 6 очков. Нет, нужно, чтобы Альтернейт выиграли у Винфакт, а Virtus.pro выигрывали у Альтернейт. Тогда будет по 3 очка у трех команд. Да, что-то около того будет. Я, честно, не хочу сейчас думать о шансах Virtus.pro на выход. По-моему, их очень мало. Просто крайне мало. С 3 очками выйти из группы, по-моему, невозможно. Так, Кучер у нас ВП смотрит дом. Хуч сидит так на хелпе, простреливает вверх вниз. Кстати, хорошо прострелили. Посмотрите на хп Трейса, как оно уменьшается просто. Это Хуч с Б-планта. Забирает Трейса. Хакер с Ивилом принимают открытый. У нас последний Трейс с 17 хп, вот который ему оставил Хуч как раз таки прострелом. Так, Трейс 17 хп. Падает 11 хп. Ну что, найдет его кто-нибудь? Да, находит его Трейс. Находит его Хуч. 16-8. Знаете что, вот о чем я сейчас жалею? Я жалею о том, что SK Gaming начинали в защите. Вот была бы игра Virtus.pro в атаке начинали, было бы все совершенно по-другому, да? Да, скорее всего, там, может быть, Virtus.pro не смогли бы выиграть эту игру, но мы бы с вами не сидели и не смотрели просто, как команды доигрывают раунды. Ну, по последним многим играм все мы помним атаку на Dead Rain у Virtus.pro, да? Смотрите, что сейчас делает Хуч. Хуч делает практически эйс. Тут минус 4, наклевывается. Хуч еще зарезал Форест. Вот так. Радостно это увидеть, конечно. 16-9. И 5 раундов до конца игры. Следующая игра, которая будет на нашем канале, это игра SK Gaming против WinFact. Тоже очень даже интересная игра. SK Gaming надо будет ее выигрывать, чтобы выходить из группы. Так, Хакер минус Робин, Лекс минус Фейс. Форест все-таки находит Лекса, Хакер принимает еще Фореста. Ну, посмотрите, в защите у наших ребят все совершенно по-другому, просто... Вот Virtus.pro в атаке на Dead Rain и Virtus.pro в защите. Это просто черное и белое. Я не знаю, там, и не я, не это Чук и Гек, Чип и Дейл, там. Ну, в общем, совершенно разные вещи.
Это совершенно две разных команды. Это команды совершенно разного уровня. Что я могу сказать? Ну, надо работать над, именно над атакой в первую очередь. Потому что 0 раундов за атаку из 15 приводит к поражению. Ваш капитан. Счет 9-1. Представляете, вот так вот. Virtus.pro против SK Gaming. 9-1. Был бы такой счет в первой половине, там, я думаю, что ребята собрали бы все свои булки, да, и все-таки бы потащили там раунда 3-4 в атаке. А так, начиная в атаке, не зная ничего толком, ну, получаем вот то, что имеем. 16-10 за 4 раунда до конца. И даже если 4 раунда Virtus.pro потащит, да, это будет 16-14, да, это все, казалось бы, красиво и... неплохо, но результат от этого не меняется. Virtus.pro проиграли. Так, Лекс взрывает у нас минус один. Ну, Гитрайт фейс-фейс. Лицо что-то разошелся. Робан тут мстит за Гитрайта. И Кучер 1-3. Кучер 1-3, Кучер не попадает. Редкость, большая-большая редкость. И это 17-10. 17-10. Не получится 16-14, все-таки получит больше минус раундов, разницу. Virtus.pro, ну... не страшно. По крайней мере, я вижу, что все игроки у ВП в игре, в защите... никто не выключен, у всех все получается. Вот Хуч, жалко, завис. Не... посмотрим сейчас на его статистику. Но вот уже Хуч попадает с АВП. То, о чем я говорил, о том, что в команде любой игрок может взять АВП и убивать на любом уровне. Любой класс команд. Казалось бы, Хуч, да, который в последнее время очень редко берет АВП. Берет АВП и вот так вот перестреливает SK Gaming. Тут же Миша Гаранин берет АВП и перестреливает SK Gaming. Кучер также с АВП просто великолепен. Ну и Форест с Гитрайтом остались. Оба они сидят у Поп-Дога. И оба они делают минуса. Да, и оставляют бедного Мишу в одиночестве. Ивил минус Гитрайт. Но тут же Форест размен делает. И это 18-10. 18-10. У нас, кстати, уже 1400 человек на... трансляции. Это, конечно, классно. При том, что у нас лежит сайт. Вот это меня особенно радует. Кучер, открывающий фраг. Минус Гитрайт. Три АВП. Аж три АВП в команде. Лекс, минус Фейс, Трейс, размен. Так, ну и что? Смогут ли вот эти три АВП удержать Б-плант? Смогут ли и так? Пакет прыгает, прыгает, пакет. Ох, под флешечку как пакет проходит. Вот она, да? Сыгранность. Прилетает флешка моментально. И в этот же самый момент пропрыгивает человек с пакетом. Трейс, отлично. Просто на знание позиции сотой доли секунды потребовалось ему, чтобы убить человека, крадущегося по третьей линии. Но Робан, к сожалению, забирает. Забирает. Там что написали? Ха-ха-ха, Трейс, найс шот Д. Вот, о чем я говорил, да. Трейс просто идеальную щелочку нашел и за, там, не знаю, 0.3, 0.3 не оставил никаких шансов оппоненту. 19-10. Ну да, 20-10 это будет, конечно, самый, наверное. Самый, наверное... логичный и честный счет. Так, Хуч. Минус Трейс. Хуч, Хуч, Хуч. Эх, кончаются патроны. В дигле у Хуча Алексей Колесников где-то находит Фейс и Гитрайт забирает Лекс. Да, 20-10. 10-20. Ну что ж. Игра показана красивая. Фраги были. Все, в принципе, неплохо. Я не знаю...
Конечно, атака была безобразнейшая. 15 раундов подряд отдать, это надо умудриться. Ну а мы ждем третью игру на сегодня. Это SK Gaming против WinFact. Пока, музыка.